Молодцы, ребята. Ну что ж, можно считать наш вечер, посвященный закрытию 4-го сезона. Мы хотели бы традиционно дать слово отцу Виктору, настоятелю нашего храма, нашему вдохновителю, воодушевителю и помощнику во всех наших делах. И поклонник. Простите, что я вас отрываю от трапезы. Я недолго буду говорить. Я сердечно вас всех приветствую и поздравляю с завершением 4-го сезона танцевальной группы «Матрешки». Это потрясающе. 4 года уже прошло с тех пор, как мы начали собираться и танцевать. И с каждым годом, как я вижу, все больше и больше участников. Дай Бог, чтобы это продолжалось. И я преклоняюсь перед родителями также, не только перед ребятами за то, что они собираются, но перед родителями, потому что это, конечно, подвиг известный. Привозить детей почти каждую пятницу на репетицию. Я знаю, как все заняты. Но вы все большие молодцы, что это делаете, потому что это дает возможность нам, нашим детям, во-первых, общаться. А это очень важно, чтобы русские ребята между собой общались, знакомились, дружили. И также дает возможность, конечно, всем, так сказать, быть более координированными в отношении движений, танцев. Уверяю вас, ребята, умея танцевать, вы будете на свадьбах, других вечерах выделяться, отличаться. Это здорово. Так что я вас всех поздравляю и надеюсь, что мы будем еще много-много лет вместе собираться, и выпускники нашего ансамбля будут возвращаться, будут не забывать, будут, так сказать, поощрять другим приходить и участвую в этом замечательном начинании нашем. Помогаю вам всем Господь. Спасибо, спасибо. Вальс дружбы в исполнении семьи Злодаревых. Thank you.
очень милый вальс. А следующий мы позовем на сцену Катю Слашер. Она исполнит для нас танец «Чечет». Вместе
Следующая песня «Конь». Поем акапелла. Иду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем. Все родители, пожалуйста. Родители, подходите, пожалуйста. У нас будет три команды. Команда мальчиков. Маленькие и большие мальчики танцуют вместе. Команда девочек. Девочки, подходим все ко мне. Большие и маленькие девочки танцуют вместе. И команда родителей. Коля, пожалуйста, смело на площадку.
Родители, Лена, пожалуйста, вам не удастся отсидеться в этот раз. Планету вам просили, на конкурс точно не разрешим. Сейчас мы покажем, каждая команда покажет виртуозность исполнения танца. Мы все танцевали, смотрели, учились. Сейчас мы включаем музыку. Ваша задача услышать и понять, какая играет музыка, и сорганизоваться и станцевать то, что вы слышите. Остальные, кто не родители, не танцуют, будут нашими судьями. Оценивается профессионализм и творчество, артистизм. Итак, внимание. Музыка. Thank you.
Самовар! Там на работе кипел самовар!
добрые, симпатичные, суеверные.